Так, сейчас подхожу к ДК Шевченко. Так как в городе за последние сутки было много мародерства и беспорядков, в Телеграме, в городской группе мэр написал всех неравнодушных к порядку города собраться в ДК Шевченко. Будет собрание, я так понимаю, город поделим по районы. Крепкие ребята, мужики, кому не безразлично порядок в городе. Сейчас в ДК Шевченко обсудим, как поделить город и как его охранять от всяких мелитопольских уродов, которые наживаются на горе.